Приветствую вас, но, к сожалению, в данном аспекте надо сказать, что вы в большей степени думаете о себе, нежели чем о человеке, о котором вы говорите. И вы знаете, действительно, я бы хотел у вас спросить. Вы с какой целью писали человеку поздравление? Вы хотели его поздравить, вы хотели сделать ему приятное, у вас это получилось. А если вы хотели что-то получить для себя, то есть вот вы написали искренне ласковое поздравление, да? И вы хотели, чтобы у вас было дальнейшее общение с ним, то есть вы написали ему поздравление для того, чтобы что-то получить для себя. То это, конечно, очень плохо, потому что обычно люди пишут поздравления для того, чтобы именно человеку подарить какую-то вот, ну, энергию, какое-то вот такое позитивное настроение и так далее. А у вас получается, что вы написали не поздравление для того, чтобы в дальнейшем у вас было общение, причем такое общение, которое бы нравилось только вам. Причем такое общение, которое бы устраивало обязательно бы устраивало только вас. То есть ситуация такова, что вы как будто бы переживаете, знаете, вот переживаете какую-то свою потребность и через мужчину пытаетесь ее реализовать. То есть, значение этого мужчины для вас очень большое, чрезмерно большое. И когда вы что-то для него делаете, а в данном случае вы написали ему поздравление, а вы это делаете не просто так, а чтобы получить что-то для себя. И из-за этого у вас вся проблема, потому что мужчина как бы совершенно не должен, значит, совершенно не должен вам, значит, отвечать взаимностью на ваш, значит, ну, в общем, совершенно не должен отвечать на ваши какие-то вот поздравления, да. Вот, я думаю, что вам нужно все-таки как-то вот подождать, немного отстраниться от мужчины и просто-напросто пообщаться с ним. Я думаю, что если вы ему симпатичны, время покажет, собственно, если у вас к нему симпатия, опять же симпатия искренняя, без потребностной сферы, то не так-то важно на самом деле, есть у него к вам ответные чувства или нет. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.